Всем привет, мои хорошие! Пришла у меня посылочка Василек. Мне уже не терпится ее распаковать, потому что она пришла, я забрала ее еще вчера, и у меня не было сил вчера снимать. А сегодня мне уже прям не терпится все это распаковать, посмотреть, померить уже хочется. Вот такая вот огромная. Ой-ой-ой, какая тяжелая. Огромнейшая посылочка. Ну, давайте мы ее раскроем, давайте посмотрим. Вам тоже ж уже не терпится посмотреть, что там, да? Давайте, вот так вот мы ее. Опа. Так, что там? Мешочек в мешочке. Вот так. Вытус. О! О, какая тяжеленькая. О. Так, раскрываем. Раскрываем и смотрим. Оп. Так, вот так сюда прям. Раз. Так, класс. Ну, давайте начнем с тела вещички, которая попала мне в руки. Что-то такое розовенькое, классненькое, да? Мой любимый цвет. А это, я так думаю, толстовочка. Я заказала себе толстовочку, я помню. Вот этот заказ, я его помню. Толстовку взяла побольше. Надеюсь, она большая, как я хотела. О, какая! С длинным рукавчиком. Тут такие надписи. Ткань приятная на ощупь. Это футер двухнитка, по-моему. Что мне здесь понравилось, что в этой толстовке есть молния на всю длину, под горлышко. И есть капюшончик. Что еще? Тут есть карманы, конечно же, как без карманов. С двух сторон вот такие карманы. Сзади она, видите, чуть-чуть удлиненная. Вот такой низ. И мне это нравится. Одеть ее с брючками, и будет все там прикрываться. Все неприглядные моменты. Так, что она изнутри? Она без начеса. Просто вот двухнитка. Хороший. Для размер этот я взяла 56. 56 размер. Вот, ну, в общем, она такая вся приятного вот этого цвета. Мне этот цвет прям очень нравится. Я даже куртку выбрала себе тоже вот в таком цвете. Но она из-под куртки, наверное, будет выглядывать, не знаю. Но в любом случае, вот когда куртку еще одевать будет рано, еще в ней как бы жарко, да. А вот кофту такую вот с капюшончиком надеть в самый раз. Даже вот уже, я думаю, это скоро уже будем вот так вот одеваться. Ну, класс. В общем, я с джинсиками, наверное, померю ее. Мне уже прямо не терпится ее померить. Но она мне нравится прям, нравится. Цены, девочки, я не буду сейчас говорить. Я напишу цену наверху, потому что, чтобы не отвлекаться на цену. В общем, красота. Вот это мне нравится. Это я себе угодила. Я уже чувствую, что прямо она мне прям подойдет. Будем мерить. А что еще я заказала себе? Вот такое цветное. Лето позади, но я люблю такие вот разноцветные краски. Это, наверное, знаете, нехватка в детстве разных ярких расцветов. Я выросла, детство мое прошло в Советском Союзе. У нас были такие черно-белые, серые, коричневые цвета. И вот таких расцветок ярких у нас вообще в продаже не было. Но если только из-под полы что-нибудь купить. И у меня, видимо, вот как в детстве недополучила я ярких цветов. И сейчас вот я люблю такие вот яркие расцветочки. Ой, мне прямо нравится. Трикотажик такой приятный. Вот прямо трикотажный, 100% хлопок. Очень приятная ткань. Как раз вот такой вот, такая горловина. Рукавчик коротенький. Классно. Она прямая, прямой крой. Вот то, что я и хотела как раз. И, по-моему, она удлиненная,
Мне кажется, она, да, она по длине будет так вот ниже колена. И внизу здесь небольшие вот такие разрезики вот у меня. Ну, вообще классная туничка. Ну, на улицу не знаю. Сейчас, может быть, еще можно в ней пройтись. Но уже скоро уже будет похолодание. Это такая вот для лета, летняя. Но в любом случае по дому вот так, в самый раз. Классная ткань вообще. Ткань 100%. Размер заказала 54. Люблю просторные такие вещи. Карманов я тут не вижу. Карманов нету. Ну и не надо. Прямой крой. Вот мне нравится то, что он прямой, не приталенный, то, что нужно. Просторненькая должна быть, я вижу. Она должна быть вот такая вот у меня просторненькая. Ну вот тоже померю ее, и вы посмотрите, как она на мне смотрится. Но мне уже нравится. Это вот прям мои такие, знаете, для настроения вот такие цвета. Кому не нравится, не знаю, но такие цвета, ну не могут они не нравиться. Я не знаю, мне нравится. О! Еще я помню, что я заказала себе двоечку. Это ночная сорочка и халатик сверху. Халатик с запахом. Кажется так. Мы сейчас посмотрим, угадала я или не угадала. Так, это 54 размер. Что мы тут видим? Вот такая сорочка. Вот такая вот сорочка. На бретелечках. Тоненькая. Тоненькие бретелечки, вернее. Тут отделочка вот такая, тоже вот светло-розовенькая. И сама сорочка, она однотонная, с такой вот отделочкой внизу. Так, ну длина вроде бы нормальная должна быть. А халатик посмотрим. Халатик в общем в целом синий, с поясочком розовым, с отделочкой наверху розовенькой. Рукава короткие, на рукавах тоже розовая отделочка. Так, что тут еще есть? Карманы вроде бы ощущаю, но не вижу. Как так? Почему не вижу? Почему ощущаю? Где они находятся? Или это я ощущаю не карман? Да нет, вроде бы карман. Странно, почему я их ощущаю, но не вижу. Ну-ка, посмотрю-ка я с другой стороны. Нет, карманов я не наблюдаю, это просто я ощущаю что-то другое. Этикетку, наверное. Или петельки под поясок, скорее всего. В общем, вот такой халатик. Вот он такой внутри. Внутри веревочки можно завязать. Так. Внутри веревочки завязать, потом запахнуть и сверху поясочек завязать. Вот как это все должно выглядеть. Так, ну он должно быть нормальный такой для меня, для моего роста нормальной длины. В общем, такой. Хотела давно уже. Но у меня с запахом один есть, но он мне чуть-чуть маловат немножко. А этот вроде подлиннее халатик. Я думаю, это как раз то, что мне нужно. Ну, тоже надо померить и посмотреть. А еще я заказала для Насти. Вот это то ли костюмчик, то ли это пижамка, я не помню. По-моему, это пижамка, а может костюмчик, не помню. Вот это я не помню. Так, сейчас посмотрим, что это. Так. А, вспомнила. Я заказала ей вот это вот платьечко.
голубое платьечко, оно сверху сделано как поло. Вот. Это бонита. Это вот то, что мы любим с дочкой заказывать для детей. Хорошая фирма, хорошее качество. Короткий рукавчик, приятный голубой такой цвет. Вот здесь такая вышивка, это как теннисное платьечко, наверное, получается, да? Но все равно в садик вот как раз то, что нужно ходить. Насте я заказываю 122 рост, а у нее рост 120. Немножечко лучше в плюсик заказывать, чем в минус. В общем, такое симпатичное платьечко, славненькое, славненькое. Мне нравится. Тоже это чисто трикотаж. Тут, по-моему, вообще ничего не добавлено больше. Но детям вообще трикотаж делают. Сейчас я посмотрю состав девочки, чтобы уже точно быть уверенной, потому что это все-таки ребенок. 100% катун. 100% катун. Все. И заказала ей просто шортики для дома, потому что она ко мне приезжает и одевает она футболочку и велосипедки. Ну, велосипедки ей немножечко как бы уже впритык. А вот это я взяла шортики, чтобы она могла тут еще в шортиках кувыркаться. Любит она у бабушки покувыркаться. Вот такие шортики трикотажные, просторненькие. Это тоже 122 размер. Чистый хлопок абсолютно. Тоже вот эта фирма Бонита. Сверху вот такая резиночка. Карманов нет, ничего нет, ну и ничего не надо. Самое главное, чтобы шортики просторненькие, то, что нужно ей по дому ходить. Это я для дома заказала. Все, цену напишу наверху. А что еще я заказала, девочки? У моих детей был недавно, годовщина была свадьбы. И так как это происходит в день рождения моей дочки, про годовщину я забываю. Но в этом году они были как раз в это время на море. Поэтому я не могла и не спросить у них, в общем, что они хотят. Какой подарок от меня хотят. В общем, они приехали. Я Наташе предложила выбрать расцветочку. И что они хотят выбрать. И, в общем, выбрала Наташа постельное белье. Заказала им комплект постельного белья. Это Бязь, двоечка с европростыней. Я вам сейчас просто скажу, здесь пододеяльник 175 на 215, один простыня 240 на 221, две наволочки 70 на 70, это в комплекте. И еще отдельно такой же расцветочки заказали еще две наволочки 50 на 70. Это наволочка Милан, и комплект тоже называется Милан. Тоже Бязь, но только 50 на 70. Я не буду сейчас, в общем, застилать эту постель. Я просто разверну пододеяльник, потому что пододеяльник, с одной стороны, он идет тип 1, с другой стороны, тип 2. Вот этот тип 1, это вот такой же расцветки, как наволочки, просто не наволочки там. Вот, а пододельник с одной стороны вот такой, а с другой стороны имеет другую расцветочку, тип 2. Тип 2 надо будет посмотреть. Ну, а сейчас мы посмотрим вот эту наволочку. Вот она. Вот такая вот голубенькая. 50 на 70. Вот такие ромбики. Цвет голубой, синий, белый. Вот такой нейтральный и немножко серенький. Вот такой нейтральной расцветочки. Все. Здесь как карман идет на наволочке. Все очень хорошо, все прошито, четенькие такие прямо швы. Бязь — приятная ткань, это прям чистый хлопок. Я тоже долгие годы пользовалась только Бязью. У меня еще половина постельных комплектов есть из Бязи. Но я плавно перешла на сатин. Не знаю, постарела, наверное, сатин как-то тоже мне понравился. Вот, но Бязь — это вот все-таки он и подешевле. И вот такая видно прям дышащая ткань. Она более... Вот, ну, в общем, такой расцветки прекрасный. Сейчас расстелю, покажу вам пододеяльник.
и еще заказала такое полотенчико кухонное. Это вот чисто для кухни. Наташе руки вытирать. Хозяюшка. Сейчас я раскрою. И мы посмотрим полотенчик. Вот такое небольшое полотенчико. Как раз в самый раз для рук. Ромашечки. Вот такое вот оно. Так, что тут написано, посмотрим. Полотенце вафельное. 44 на 60. Это размер. Оно поштучно продается, без комплектов. Колокольчики называются. Вот. Бывают в комплекте полотенца вафельные, а вот такие вот они разные расцветочки есть, поштучные. Ой, что тут еще здорово? Тут есть петелечка. Ой, как хорошо, прям отличненько. Во, девочки, есть прям петелечка сразу. Просто здорово. И вафельное, оно такое, знаете, не жесткое, а мягкое вафельное, приятное. Ну все, отличненько, приотличненько. Мне нравится все. Мои хорошие, все вам показала, все свои обновочки, все свои покупочки, мне все нравится, я заказиком довольна. Вообще мне нравятся все вещи Василек, у меня много вещей и домашней одежды, и не только домашние, теплые, всякое разное, постельное белье и все. На мне вот это тоже сарафанчик, тоже из любимого Василька. Заходите, ссылочку я оставлю внизу в описании, проходите по ссылочке, посмотрите, обязательно что-нибудь себе найдете. Там есть разнообразие большое для мужчин одежды, для детей одежда, и для женщин, и домашняя одежда, не домашняя, постельное белье, полотенце, большой выбор, большой ассортимент. Обязательно что-нибудь себе найдете, и очень недорогие, лояльные цены, цены всегда радуют. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.